разбираться. Перекрестка. Можно развернуться на перекрестке, правильно? Правильно. Правильно. Мы с тобой не разворачивались еще, да? Не разворачивались. Ну, значит, ты должна помнить. Ну, смотри, на этом перекрестке мы не можем развернуться. Или можем? Посмотри на дорогу. Что ты видишь? Стрелочки движения прямо, видишь? Соответственно, мы не можем развернуться. А за перекрестком мы уже можем. Смотрим по сплошной двойной, да? Вот она превращается в одну сплошную линию слева от нас. Едем. Да, знак главная дорога, значит какое-то примыкание есть. Вот тебе подсказка, да? Включаем поворотник левый, в левое зеркало смотрим. Никто там не едет? Никто. Это впереди, пешеходный переход. Подъезжаем. Теперь видишь, они остановились. Поехали. Не бойся. И этого товарища мы должны вообще не пускать никуда. Ну, бог с ним, пустить. Как-то так. Все, мы развернулись. Отлично. Все, теперь газ в пол до 60 и поехали. Молодец.